И всем привет, друзья! С вами снова я, Отспо Геймер. И что ж, у нас сегодня с вами Дельтарун. Что ж, продолжаем и посмотрим, куда ведет эта чертова дверь. Тут ничего нет? Окей. Ха. Не-не-не, погодите, нам нужно в самый-самый низ. Там, где секретная комната. Да-да-да. Идите нахер. Так. Secret room. Идем вниз. Ха, все еще неуважение к керамике. Я могу ее ломать? Да, так и есть. Шикарно, да? Шикарно. Что ж, вниз. Возможно. Так. Где-то тут были тачки. Вот они. Отлично. Что ж, идем к боссу. В принципе, все у нас есть. А что надето на Крис? Хм. Манекен. Отлично. Теперь погнали. Мне сказали дернуть рычаг. Давайте посмотрим. Ничего. А, на них даже ничего не пишется, чтоб я точно угадал, да? Да? Секретный переключатель. Вы услышали, что что-то открылось? Действительно, что же это? Стоять. Ха, круто. Погодите, дай-ка сохранюсь хоть. Ну, второй слот нам больше не нужен. Я так решил. Потому что я теперь знаю, что сюда можно пройти. Так, Крис использует ключ ген. Отлично. Че вы, ребята, со мной пойдете, нет? Крис, ты хочешь, чтобы мы остались здесь? Конечно, как будет угодно. Мы с Роузеем будем веселиться без тебя. Да ладно, Сьюзи, верни мне мои очки. У-у-у, посмотрите на меня, я ботан, я люблю домашку. Да ладно тебе. Блин, как он прикольный без очков. Ладно, забирай их обратно. Спасибо. О, Крис, все хорошо. Наши друзья служат нам стеной. Ладно, пошли. И сколько раз это будет продолжаться? А, не, в этот раз они с нами, окей. Нет, не с нами, предатели. Who is imposter among us? As we can. Что ж, я посмотрел. Тут сложнее лифт будет, нежели босс сам. Да. Похоже на своеобразное силовое поле. Вот Тоби Фокс поленился даже перерисовать спрайт. Это ж прямиком из Undertale, да? Короче, босс. Босс будет веселым, но простым. Потому что у нас типа фулл пацифист. Один темный доллар. Отлично. Хорошо, что я про манекен прочитал. Оу, щит. И куда дальше? Я не смотрел. О, закрыто. Оу, щит. Окей. Я знаю, что там будет какой-то сложный лифт, но я даже не смотрел. И все. Блин, какая музыка, какая локация, а? Лучше, чем подвал Джейла. Хотя, лучше, чем подвал Папича, ничего в принципе в мире не может быть. Так что, ха, отлично. Оу, что это? Похоже, силовое поле отключается. Ничего не произошло. Действительно. Хотел сказать, а если я вернусь? Но, нихера. Я не тренил. Окей, выглядит возможным. Хотя игроки жаловались. Окей. Первая смерть? Ха, это было тяжело. Вот как выглядит тут. Продолжить, конечно. Мы послушаем музыку. Слушайте, хорошо, что мы умерли. Ха, теперь хоть знаем, что происходит. Но я лифт не тренил. Выглядит тяжелым.
Не, вы, конечно, можете перемотать, но я послушаю. Понятно, теперь повторяется. Тьф. Слушайте, шикарно сделан Game Over. А какой он был в первой части? Тьф. Окей, автоскип. Ну, наша первая смерть, не считая той шуточной от Тоби Фокс. Ну, слушайте, лифт выглядит сложным, но, в принципе, там финальная фаза, наверное, была. Посмотрим. Блин, надо было потренить. Ну ладно, с другой стороны, неинтересно ж так. Еп. Окей, это возможно. Хорошо. Вторая попытка. А игроки жаловались. В принципе, ничего удивительного. После... Черт возьми, Sonic Carbos Edition. Ну его нахер. Ай. Щет. Мэм, давай чем-нибудь подлечишься, а? Не, вы серьезно думаете, что мне жалко один сиди бублик? Что-то мне страшновато, знаете ли. What? Один сундук открыт? Интересно. Хм. Посмотрим, посмотрим. Тут было сохранение. Нахера я старался? А, теперь открыто левое пространство. Вот почему. Я туда шел. Ха. И кто такие лифты придумывает? Ладно, хватит ломать четвертую стену, господи геймер. Ууу, выглядит шикарно. Сегодня мы замочим секретного босса. Ну как замочим? Там недолгая битва будет, и довольно-таки легкая, я ж пацифист. Здесь ничего интересного. Напоминает меня в свои годы. Локация кирпичная, колонны. Помните эту локацию? Из Бататац. Внутри старой машины что-то сияет. Взять это? Ну, естественно. Пустой диск был добавлен в ваши ключевые предметы. Каково его описание? Я знаю, для чего он нужен, но все же. Диск с данными от странной машины. А кому он нужен? Шикарно. Я как раз записываю ночью. Ха, какие-то бессмысленные звуки. Я думал, может быть, что-то особенное будет. Кастер. Кастер-бластер. Ничего? Окей. Nothing. Nothing. Oh no. А, точно. Тут ничего нет. Хм. Жаль, что вы выбрали легкий путь, верно? Так бы я бы... Играл бы честно, прошел бы босса. Он тяжелый. Но нет, я узнал, что с ним сражаться даже не придется. Ну, особо. Чуть-чуть. Ну, слушайте, сдох хоть впервые, а? Вот это открытие. Че, идем? Посмотрим. Так. Свалк. И... право. Хорошо, что я отлично запоминаю пути. Ну что ж, посмотрим, какова наша миссия. Эй, все, это я, Спамтом, Джей Спамтом. Посмотрим, посмотрим. Ну что ж, я тут, и у него ваш телефон звонил, интересно. Разговор. Так, о друзьях мы говорили, да, диск? Крис, у тебя получилось, ты, пугливый, мелкий червяк, тебе удалось вытащить мне диск? Притащить, мамочки, я уже чувствую этот мягкий вкус. А теперь, Крис, не жадничай, давай иди сюда. Тогда мы перенесем. Мой. Стрелка заблокирована. Ну там, Крис. Давай, это очень-очень важно. Вернись и положи диск обратно на место. Делаешь это и получишь мою самую гарантию, что я передам тебе свои накопления. Каждая большой, каждая шишка, каждая ссылка заблокирована. Все, все твое. Так что скажешь, большая шишка? Внимание, если вы соглашаетесь на права пользования... Наш магазин закрывается навсегда. Передача. Наконец, я так и знал, что ты запрос принят. Крис, я пошел. Начинай. Передача.
Жуть, да? Какой-то доки-доки литературный куб начинается. И ничего не нельзя нажать? Ладно, какая-то жуть. У меня сразу воспоминание про тот городок из покемонов. Черт. Жуткое местечко. Не отправляйте меня туда, хорошо? Не люблю я покемонов. Почему даже не спрашиваете? Что ж, погнали. Хилку хоть закупить. Точно. О, добро пожаловать, мистер. Извините, я не мог купить это. Не купить это. Что, поехали? Тя. Давно я видосов вообще не записывал. Круто. Я даже рад. О, теперь целый инвентарь красоты. Но спагетти-кот очень полезная штука. Если что, восполнить 7 хп. А, да, новички, подписывайтесь. Иначе будете мертвы. Понятно? Да-да. Да-да. Метатон. Нет. Спрячься. О, черт, тут ничего нет. Точно, я перепутал комнату. Есть слот? Вставить. Вы вставляете диск в сломанный механизм. Ничего не случилось. Действительно. Вы нажали механизм. Ничего не случилось. Вы встряхнули механизм. Вы ударили его. Это что, телевизор? Выпнули его. Ничего не случилось. Почему вдруг мой голос рассказчика превратился в робота? Странно. Все здесь странно. Вот эти рельсы мне не нравятся. Да? Еще шаг. Еще? Немного ошибся на 3 шага. Ура! Наконец-таки настоящий босс. Пресвятой Кун Гадеру. Как же мне хорошо. А вот и я, Крис. Большой. Большой. Больше и лучше, чем когда-либо. Это сила. Свобода. Мне больше не нужно быть куклой. У него голос даже погрубил. Или так я думал. Что это за нитки? Почему я не самый большой? Все еще темно. Так темно. Холодно. Мне холодно. Крис. Хватит делать отсылки. Крис, Крис, Крис. Верно, ты то, что мне нужно, чтобы быть больше со мной. Очень, очень больше. Блин, а крутой амбиент, да? Быть настолько больше, что мы возвысимся и увидим сквозь тьму. Стоять, пазаясь, касаясь головами облаков и смотреть в небеса. Мне просто нужна та маленькая душа, что у тебя есть. Это смех? Что ж, босс батл? Крис. Что это был за чудак? Крис, мы волновались за тебя, поэтому... Крис, у тебя есть друзья? Почему ты не говоришь им о моей 3-в-1 акции? Сегодня вся семья сможет себе позволить небольшую поездку по городу. О, щит. Вся семья, говорите? Кто из них папа? Внимание, покупатели. Магазин закрывается через 3 минуты. Кто-то оставил здесь своя душа. Ладно, это мне уже проспойлерили. Щит. Черт. Красиво.
Крис, это был заряд, достойный, мощная шишка. О, я так гордиться тобой. Иди сюда, дай убить тебя. Я так одному своему другу говорю, ладно? Небеса, вы смотрите. Пришло время заключить самую особую сделку. Чё так громко? Пришло время быть большой шишкой. А у него крутые треки. Spam Tom Neo. Метатон Нео. А мне все больше и больше напоминает Метатона. Что ж, дроп? Пах. Все режут провода. Крис, это тело просто небесное, верно? Огонь, сила. 2Х, вода, сила. И лучшие летающие головы. Выглядит опасно. Уф. Удерживайте и отпустите влево, чтобы выстрелить большой шишкой. Интересно. Крутой трек. Все режут провода. Мы превратим придурки и дебилы в цветущие могилы. Это катодные экраны. Катодные раны. А может мне просто помолчать? Хренов метатон. Довольно-таки просто. Да зачем мне большая шишка? Порвать. Все режут провода. Крис, не хочешь стать частью моего прекрасного сердца? Или тебе нужен небольшой особый тур? Мэн, не забывай, против кого сражаешься. Мы готовы. Кто вступит с нами в бой, погибнет. И не забывайте, что я еще успеваю делать отсылки. Ха, удержите и отпустите влево. Нет, ты будешь уничтожен. Все режут провода. Все, что тебе нужно сделать, это большой. Мы будем единственным, кто звонит Крис. Ты идиот? Что? Что, ты серьезно? Это тебя. О, щит. Напоминает кое-что. Удерживайте и отпустите влево. Так. Щит? Союзника. Поехали. Перерезали провод исцеления. Это зав, Крис. Мои руки. Жуть. Spam Tom поворачивается к аудитории и смеется. Порвать все. Все режут провода. Крис, как ты можешь смотреть мои глаза и говорить нет? Смотри мои глаза. Смотри на мой нос. Смотри на мой рот. Выглядит опасно. Еще бы не болтать, скилл бы был бы нормальным. Черт. Spam Tom обращается к зрителям. С прозрачной джигой. О, это как у Джейла. Кого бы исцелить посильнее? Сьюти? Отлично. Ха, замечательно. Я не могу это принять. Думаю, у меня и будет сердечный приступ. Мы готовы. Кто вступит с нами в бой, погибнет. Бой. Окей, переубедил. Можешь меньше болтать и скилл повысится, а? Как это обычно бывает. Я на грани смерти. Spam Tom умоляет аудиторию. Spam Tom молится аудитории. Это жесть. А какого хрена он у меня не сдается? Можно? Можешь что-нибудь сказать? Охренеть, тут еще эти. Все режут провода. Крис, я даже дам тебе бесплатно. Не надо. У меня сейчас, и я запущу еще 50 снарядов бесплатно. Оу, щит. Выглядит дерьмово. Денджер? Денджер режим? Нет, смерть. Тут нет никакой аудитории. А выглядит опасно.
Кто у нас лег? Роузей? Мята жизни. Давай, пошел, дорогой Роузей. Урон. Лечение на 100. И просто порвать. Рви. Отлично, Сьюзи перерезала провод. Мясо. Мята жизни. Кстати, даже нотки надстабука есть. Надстабука. Крис, если ты дашь мне свою душу, я дам тебе все, что есть. А я сражаюсь не полную силу. И разговариваю. Я дам тебе 3 легких платежа. В 9.99. Есть. Подрубил японца. Огни, сцены разбиты. Все режут провода. Почему у меня не работает так, как у других людей? Друзья, Крис, ты о чем? Тебе не нужны друзья? Я могу превращать руки в телефоны. Ты идиот. Выглядит сложно. Пахнет гнилым стеклом. Жесть. Что ж, на просковок. Почему бы и нет? Хорошо. Так. Сиди, бублик. Крис 2 раза пошел. Сьюзи перерезал провод. Плохо. Не то. Не хочешь помочь своему старому приятелю с Пантому? Крис, ну, что прикажешь делать моим схемой? Ничего-ничего, денег у меня достаточно. Тебе конец. Пугливая тварь. Нокдаун? Хреново дело. Спамтом умоляет публику перестать уносить мебель из его комнаты. Серьезный противник. Почему он у меня не хочет сдаваться, как у других? Я что, иду не по тому пути? Мне же говорили быть добрым. Хорошо. Мята жизнь. Как вариант поднять Сьюзи. Слушай, давай не будем заниматься ерундой. Сиди, бублик. Хиль сам себя. Не будь идиотом. Отлично. Но, Крис, если ты откажешься, это твой выбор. Я не могу дать тебя заставлять. Я могу лишь убить тебя на 50% быстрее, чем схожие продукты. Или нет, возврата денег. Совмещение папайруса и всего остального? Забавно. Я всего лишь играю с тобой, дружище. 20% моей силы. Все режут провода. Крис, я даже дам тебе бесплатно. У меня сейчас, я запущу еще 50 нарядов. Battle Tots. Отлично, не так уж и опасно. Пошел нахер. Крис, прими сделку, прими ее. Не хочешь всю жизнь быть сердце на цепь? Нет? Выглядит как жесть. Выглядит как жесть. Вот что значит сердце на цепь. Пошел нахер, Спамтом чувствует сладкий ветерок, когда он едет по городу. Уф. Что у меня есть? Впервые используем. Не вариант. Я выбираю порвать. Отлично. Отлично. Чё? Максимально лечи. Эй! 3 хп? Или тебе хотелось спать? Хочешь спать? Идиот, пошел нахер. Это мне? Это конец?
Что это? Воздух трещит свободой. А меня окончательно убить решили? Хм. Переживу ли я еще 3 атаки? Давай-давай, что-то делай. Так-так-так. Не зря же их храню, да? Оно восстанавливает максимум. Нет. Оно как-то рандомное. Я не помню, я читал. Крис, я не буду заставлять. Я не могу. Я не могу заставлять. Ну просто глянь, Крис. Глянь на мощь Нео. И спроси себя. Не хочешь? Не хочешь стать большая шишка? Что это? Должен я стрелять? Это и вся твоя мощь? Идет. Что делать? Смешной ты. А я побеждал ведь Санс с первого раза. Ты не знаешь, с кем связался? Мягкий и вкусный. Я до сих пор не знаю, почему мне приходится с ним сражаться. Типа, он же должен стать другом. Нет? Я просто на ютубе набирал, и там у челика сразу на 17% вроде как спонтом сдался. Либо же я что-то недопонял. А чем меньше хп, тем больше мой скилл. Нет, я не буду использовать заряд. Пошел нахер. Он дергает за струны и заставляет их звенеть. Пошел нахер. Ты будешь уничтожен. Подожди, прессы. Мои нити почти все пропасть. Крис, ты дарить мне мою свободу. С первого раза. Самый сложный босс. Крис, после всего того, что я сделал для тебя, впервые с ним сталкиваюсь. После всех незабываемой сделки, бесплатные крамеры, что я дал тебе. Это называется инфляция, чувак. Ты наконец-то возвращаешься. Мне уверен универсальность. Крис, я понял. Лучшая сделка из всех сделок. Дружба. Крис, я прекращаю быть длинноносая кукла. Порежь эту нить и сделай меня настоящий мальчик. Мне показалось маньяк. Вы смотрите небеса. Настало время спецвозврат с Памтома. И я начинаю жить для себя. Нет, себя. И моих друзей. Вот, я. Смотри, я лечу, мама. До свидания. Мистер. Да, сегодня я не такой веселый. Записываю ночью, хочу спать, но... Так и так, с первого раза. Изи. Потратил все хилки, но ведь для этого я их закупал. Для этого ведь я не тренировался, верно? Для этого ведь я болтал. Кажется, в конце концов, я не мог быть ничем иным, как простой марионеткой. Но вы трое, вы сильнее. Как такой силой. Возможно, вы трое сможете порвать свои нити. Типа освободиться от королевы, да? Атаков. Позволь мне стать вашей силой. Но мне уже ничего не страшно. Я этого не убил, нет. Мы получили темный кристалл. Мы получили сделка дел. А что, мать вашу, это такое? Уф, щит. Вот это да. И плюс 30 денег. Бизнесмен? Я могу еще забабахать брони? Нет? Магия только больше станет. Хорошо. Ну тут ничего не выдали. Класс. Ну да, лучше уже не будет. Ха, еле выжил. Но выжил. Хилки же еще были. Крис чай был. Черт, это было опасно. Но с первого раза. Сложный босс самый. Тя. Так что ставьте лайк. Ай, красота. Че, сегодня чисто серия на этого дурачка, да? Ха. Я думаю, пойдем бить лицо королеве в следующий раз. Ну так, мы серьезны? Не будем говорить о том, что сейчас произошло. Это было чертовски странно. Марионетки, нити, руки.
что, черт возьми, все это значит. И то, как он просто сломался. Я не думаю, что это может что-то значило, Сьюзи. Видимо, это была всего-навсего сломанная программа. Он стал нашим союзником. Так что давайте просто примем это. Крис, по тебе будто мурашки пробежали. Крис-то что-то знает. Ты в порядке? Нет, не в порядке. Давайте разбираться. Крис, все в порядке? Ты вопишь. Тихо, тихо, все хорошо. Не принимай близко к сердцу то, что сейчас произошло, хорошо? Просто сделай несколько глубоких вдохов и подумай о чем-то. Что тебе нравится, что-то хорошее, что-то мягкое. Я буду рядом, пока тебе не станет лучше, Крис. Полагаю, Роза и прав, Крис. Чтобы ты сейчас не было, может, это ничего и не значило. Я не знаю, что заставило тебя прийти сюда, но... Просто порадуемся тому, что тебя не убили. Просто скажи нам в следующий раз, если ты собираешься сделать какую-то глупость, ладно? Хорошо, ребята. Что, будем сохраняться? Или все-таки пройдем чуть дальше той головоломки? Ну давайте, посмотрим, куда она нас приведет. Хилки, точно. У нас же нет совсем денег. Тьфу, звучит как бит. Сердце бьет, бит. Это мой винт. Детка, от кламура сам я не свой. Будто я дернул кто сзади тумблер мой. Моя камера... Ладно, все, хватит. Та дверь не открылась. Давайте... Не зря я сюда пришел. Парни, вечеринка? О нет, божечки, кухня кишит паразитами. Я знал, что нам нужно было утилизировать весь сыр в том переулке. Тьфу, мыши. Эй, здесь эта мышь меня не достанет. Они боятся мышей, да? Даже если ай-ай, лита обжигает мои ноги. Не, ну Тоби Фокс воистину гениален. Такое придумать. Мышь. И она без парика. О, это тот самый чувак. Оу, щет, ребята, вы чё? Это босс-мышь. Не заставляйте меня сражаться с боссом. Колесико-мышь. Это называется крысиный король. Погуглите. Вкручивается в вас. Поймать X. Нажмите вправо, чтобы поймать. Ох, ё-моё. Вы серьезно? 52, вы поймали их. Я не жулик, это все сыр. Почему за мной отмечается такая штука? Легко, как в фоне щелчков. Да, по-моему, изи. Вместе, посмотрим. Ага, окей. Шикарно. Главное просто замолчать. И скилл повышается. Пахнет пиццей с тройным сыром. Поймать. Да, не обязательно было X, но все же. Даже проверил не зря, что нельзя больше процентов. Ха, накалякать. Колесико мышь достиг 100% пощады. Однако продолжает бесконтрольно крутиться. Внезапно. У-у-у. Диспетчер задач, миссис. А это мы заберем. Выиграли. Получено 0 опыта и 275 темных долларов. Ничего про сыр не написано. Ну хорошо. О, королева заставляет нас готовить грандиозный пир для ее гостей. Интересно, смогут ли они есть тарелки? Ай-яй, как мне спуститься? Спасибо за помощь. Теперь мы откроем восточную столовую. А, серьезно? Если бы с ним не поговорил, ничего бы не было. Ха, забавно. Что ж, посмотрим, куда нас это приведет. Только не говорите, что там будет кат-сцена. О нет, какой-то босс. Что это нахрен такое вообще? А это звучит как предвестник беды.
Ну ладно, давайте попремся туда. Заперты? И вообще, что это за гигантская пустая комната? О, нет. Жесть. Добро пожаловать, мой обеденный зал золотого дна. О, щит. Только одна из этих тарелок имеет ключ. Я уверен, что поиск будет увлекательной игрой на удачу. Как, черт возьми, мы должны все это обыскать? Вы серьезно? Дверь закрыта. Заперта. О, черт. Скорее всего, нужно прятать что-то на самом ближнем месте. Либо на сальном доме. Ошибка. Результата ключ не найден. Вы имели в виду сдаться? Иди ты нахрен. Опять все тарелки перепутались. Не, она издевается. Может, какая-то особенная? С тенью что-то не так, нет? Не, она издевается. Ах ты тварь. Эй, под этим что-то есть? Я уж думал, я не найду. О, собачка. Тоби. Не пытайся убежать, мелкий. Тоби, отдай. Эй, стоп. Это лифт? Оу, черт. Какое безумие. Я понял. Тем самым мы найдем сыр. Как удобно, да? Или что там должно быть? Я прослушал. Вообще боулинг. Отлично. Вот и ключ. Теперь нам надо... Интересно, можно ли было найти заранее и получить новые диалоги? Он сломал его? Оу, черт. Забавно. Это было круто. Может быть, не считая вопиющего разрушения. Пошли, Крис. Мы почти на третьем этаже. Не, я подкину все чашки. Смотря на то, как LPG пытается подкинуть две чашки одновременно, вы наполняетесь решимостью. Так, ребята, куда мне вообще идти? Начнем с этого, да? Высший стол. Вы не сможете использовать это без трона богов. Какой нахер трон богов? Кулер. Как у этого было? Не, погодите, я должен сразиться. Скворецкие поклонились. Я же вроде всех их выручал, да? Так, согреть. Пол согреть? А, так можно, да? Че? Ну давай. Пол охладить. Совсем идиот? Защита. Отлично. Приветствуем, юные мастера. Мы подготовили несколько шаблонов атак для ваших удовольствий. Пожалуйста, наслаждайтесь ими, как вам удобно. Когда вам удобно. Не, я сегодня на скеле. Почти. Скворецкие из кожи вон лезут и пригибаются, чтобы осмотреть чашку. А все, нет больше чашки. Согреть. А, так, на 1 тон. Согреть. Получается, да. И защита. В прошлой серии-то я тупил. Отлично. Фух, я выжил. Дай хрен с ним. Пощадить всех. Ля, они так кланяются красиво, да? Чё это было за херня? А, я теперь могу халявно их трогать. Окей. Мне нравится разрушать эти чаши. Погодите, а куда я вообще должен идти? По-любому что-то тут есть, да? Либо я идиот. А, класс. Не, может хватит, а? Робот-королева, серьезно? Ну я уже спалился как-то на ютубе случайно по превьюшке чей-то, что там будет панчаут с королевой, судя по всему. О нет, не заставляйте делать меня это снова. Ладно, эти шарики хотя бы убираются. Окей, это было легко.
Не, а Крис... Ой, Сьюзи вообще норм, да? Окей. Так, может мне дадут хотя бы сохраниться? Здесь есть книга с предотвращением отступлений. О, ребята, ДНК смотрите. Или же это фонтан? Рыцарь, Судо Фонтан и этот мир. Вероятно, он куда могущественнее даже самой королевы. Пока что. Ха. Королева недавно заинтересовалась этим видео, где рыцарь собственноручно создает фонтан. Ну и другими топ-10 смешных моментов кибергорода. Нас часто заставляют в них сниматься. Ну, Понгакамс тоже работа, знаете? Ой. Это сегодняшнее развлечение к ужину. Кажется, оно называется «Рождение фонтана». Какое элегантное название. А я угадал его голосок. Как эстетично. Видео, на котором кто-то создает странный столб дыма. Так много дыма, трудно сказать, кто там. Ха. Блин, ну красивая локация вообще. Напомнил Undertale. О, этот чертов идиот. Крис, Сьюзан, рад видеть вас невредимыми. А, точно, он же союзник. Теперь же давайте поторопимся. Здесь есть секретный проход на крышу. Там мы освободим леди Ноэль. Ладно. Идем, Крис. Точно, Крис. Крис, может. Крис, ты со своим океем отвлекаешь королеву. Пойдем, Сьюзи, только мы вдвоем. Ладно, без разницы. А может мы просто сохранимся? Крис, ты считаешь меня своим океем? Конечно. Правда? Я счастлив услышать это. Я никогда не был чем-то океем. А, да? Здесь, ну ты был этим, горничной королевы. Здесь есть книга «Предотвращение отступлений». Здесь есть книга о строительстве секретных проходов. Что ж, господа, Сьюзи ушла в книжную дыру с Бёрдли. Вы наполняетесь силой книжных отверстий. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи, всем пока. Я пойду кушать вкусняшки, потому что я хочу жрать. Я озвучиваю все это голодным. А еще и грустный. Грустный, спокойный, имеется в виду. Потому что, по интонации, наверное, слышите, да? Я хочу спать. Всем пока. А какое сейчас время суток в космосе? Надо посмотреть.